Итак, прежде всего, что я делаю? Сначала снимаю все плинтуса, а панелки с окон, чтобы они мне не мешали. Также откручиваю розетки, не полностью. Сердцевины остаются там, а рамочки все я снимаю. Также снимаю батареи, но это по желанию. Если хотите, чтобы обои легли ровненько и не мучиться клеить под батареями, лучше их снять, если они хорошо снимаются. Так, также здесь снимаю рамки, плинтуса, а панельку с двери. Вот эти места, где я буду штукатурить, делаю побольше, докапываюсь до самой трещины. Так, дальше этой батареи тоже нет. Здесь я все зачистил. Все, что где надулось, все зачищаю. Вот эти места, вот, чтобы мне хорошо потом заштукатурить. Также сверху все, что надулось. Беру вместо штукатурки вот такую гипсовую шпаклевку. То есть, если небольшой слой, не обязательно ложить штукатурку, потом выравнивать, потом шлифовать. Достаточно будет вот такой безусадочной шпаклевки гипсовой. Отличается она от гипсовой штукатурки только тем, что у нее толщина слоя меньше. Вот, допустим, здесь 3 мм, а штукатурка, она уже ложится там до 5 см. Вот и вся разница. У меня здесь швы хоть и глубокие, но они небольшие, поэтому в 2-3 этапа все я это заделаю. А это те самые обои, которые украсят нашу квартиру. По крайней мере, вот эту комнату. Это у нас декор. Они будут вот на этой стене, которая у нас окрашена. Окрашена в зеленый болотный цвет. А это основной тон. Слегка бежевый с серебром. Не знаю, насколько камера все это передаст. Ну вот так все будет у нас тут. Совершенно все по-другому. Полностью поменяется весь дизайн и интерьер. Прежде чем клеить обои, убрал все плинтуса натяжного потолка. Ну и сейчас нарезаю, завариваю клей и дальше уже покажу, как наши обои будут смотреться на стене. По крайней мере, сегодня я планирую наклеить вот этот декор. Ну и что у нас получилось? Фоновые обои, практически их не видно. Вот эта стена полностью готова. Может быть, как-то вот так
Они играют. Обои очень красивенькие, светлые. Точно такие же мы наклеивали дочери спальню. Очень понравилось, потому решили себе сделать точно так же. Так, и, конечно же, декор. Квартира достаточно светлая, поэтому вот эта стена темной не будет никак. В углу встанет шкаф, и в этом месте будет у нас кровать двухспальная. Поставил на место рамки. Ну что, я думаю, все четко. Все классно, как говорит моя внучка, классно, а как говорит дочь, полный отвал башки. Я имею в виду вот эти обои. Ну хорошо. Так, на сегодня, наверное, все. Завтра буду продолжать вот эти две стены. Затем ставить на место панелки и плинтуса. Я надеюсь, послезавтра Сергей, зять, мне поможет. Поможет собрать мебель. Полностью эту комнату сделать. Ну что, друзья, спешу похвастаться. Комнату я сделал полностью. Обои закончены. А панелка на месте. Батареи тоже. Плинтуса все пробил. В общем, комната полностью готова. Теперь остается собрать здесь мебель. Следующим этапом будем с Сергеем собирать мебель, устанавливать шкаф, кровать, компьютерный стол. Ну что, по-моему, все хорошо, все отлично. С этим мы разобрались. Остается у меня сама студия, кухня. И самое главное, это ванная комната. Не знаю, насколько это затянется, но пока вот так. Процесс сборки мебели идет потихоньку. Спешу похвастаться. Комната полностью готова. Даже обставлена мебелью. Двухспальная кровать. Сверху это матрас с диванчика, который у нас будет в кухне стоять. А вообще, двухспальная кровать, 1,60 м. Вот с таким декором получилось. С ящиком для белья. В углу икеевский шкаф. Прекрасно туда вписался. Дальше икеевская тумбочка с этажеркой. Телевизор это стоит временно. Его я кому-нибудь отдам. Нам он не нужен. Получается, что он выглядит очень хорошо, но уже такой старенький, и у него проблема со звуком, я уже говорил.
И в этом углу у нас компьютерный стол с креслом. Там же у нас выведен интернет. То есть будет все удобно. То есть не хватает только штор. Шторы уже есть. Осталось погладить и повесить. Но это мы будем делать уже после того, как закончим весь ремонт в квартире. А пока это все. Я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. И до новых встреч!